Good morning, everybody. Доброе утро. I'm welcoming you all here this morning. I'm starting a little bit earlier. Начинаю немножко раньше. Это удивительно, но факт. Решила стреляться немножко побыстрее сегодня. Today I want to talk about how to use things that you have in your house to make a beautiful gift wrapping for your gifts, and how to use the products that you buy also as gift making. Сегодня я хочу поделиться с вами тем, привет, Костик, как использовать упаковку от продукции, которую вы уже использовали раньше, для того, чтобы сделать красивые подарочные коробки. I'm gonna use the Hemohim box, which is empty right now, and we're gonna make a beautiful wrapping box together. Например, как можно сделать коробку. Вот это один из вариантов, как можно сделать подарочную коробку, в которую можете положить самые разные подарки. Все что угодно. Продукцию, конфеты, шоколад. Можете положить туда все, что вашей душе угодно. Билеты, что угодно. Можно положить внутрь такой искусственный снег. You can put inside a fake snow, which gonna hold all your different gifts. Or you can put other fillings to hold different gifts together. Или вот такой второй вариант. This is a second option for a box. I use the skincare 6-set box for making this. So also quite pretty. I added a little bit of bell in the front. Эта коробка подойдет и мужчинам, и женщинам. Она достаточно универсальна. Точно так же обе стороны упакованы. И внутри еще есть такая бумажка, которая закрывает. Inside you can put different decorations to make it more pretty. That's just one of the ways how to do it. Сегодня я хочу показать, как это сделать. Для начала нам нужно взять пустую коробку. First you take an empty box. И обернуть обе стороны подарочной оберточной бумагой. So we take two different parts of the box, and we take a wrapping paper. I take this one. Я беру вот такой, мне нравится. Красно-золотистый в этом году. Как нам отмерить, какого размера нужно отрезать бумагу? Хорошо, если у вашей бумаги есть сзади такие квадратики, по которым очень удобно разрезать. It's better if you have measuring at the back of your wrapping paper. Но если нет, то тоже есть вариант, как это сделать. Вы кладете вашу коробочку внутрь и отмеряете, какой высоты будет сторона. In Hemohim it's 4.5 squares. В Hemohim это 4.5 квадратика в данном случае. И, соответственно, столько же будет внутри. Вернее, это 2.5-5 квадратиков. То есть я смогу отмерить 5 квадратиков с этой стороны, 5 с этой стороны, 5 с той и с этой. Then I'm gonna cut the edges, so the paper can fold back in. So I'm gonna do it right now. Я отмеряю со всех сторон бумаги одинаковое количество материала, необходимое для того, чтобы потом бумагу заправить внутрь. Делаем небольшие надрезы по бокам, там, где бумага должна пойти внутрь коробки. Это ничего, если будет ошибки, всегда можно исправить. I'm using a tape, just a clear tape. Я использую обычно прозрачный скотч для того, чтобы это все и делать. Затем заворачиваем вот таким образом внутрь, в каждую сторону. Then you put each side of the wrapping paper inside. You can either use double tape, which is easier. Двойная пленка, она приклеивается с обеих сторон одновременно. Or you can use a clear tape and just tape it over, because if you put fake snow, it's not gonna be seen anyways. Here you go. То есть с одной стороны получается вот так. То же самое мы делаем со всех четырех сторон.
The same thing we're doing from the opposite side of the box cover. I'm normally not very crafty, so I feel kind of shy right now doing this in front of you. I'm too scared to mess up. Okay. Значит, вот предварительно, что получилось внутри. Значит, что делать с боковушками? What can we do with the sides? Because sides, you cannot really cut them, because there is things sticking out. There is few ways. One way, yeah, you can cut, but another option is what you can do, is you can just fold it up like this, on both sides. I'll show you how. Я покажу, как можно боковушки заправить некоторыми способами. Вот один из способов, когда я загнула внутрь боковушки. На весу не очень удобно. С одной стороны и с другой стороны. И затем получается точно по глубине, чтобы заправить эти внутрь. И сверху у вас останется вот такой треугольник, который тоже можно заправить также внутрь. That's how you can do the other side. And then you do the tape. Вы можете экспериментировать и какие-то свои методы выработать, как красиво упаковать. Здесь не обязательно только использовать один метод. Главная идея — это использовать оберточную бумагу для того, чтобы обернуть вверх и низ коробки. Значит, получилось вот так. И с другой стороны я делаю то же самое, то есть я закладываю вот эти штуки внутрь. Если правильно отрезать размеры коробки, получится очень красиво. То есть я сделала вот так, вначале ушки внутрь, потом эти ушки, которые торчат, я заправила внутрь. И у нас остается вот такой треугольник, который я тоже заправляю внутрь. Вот здесь я отрезала не равномерно с обеих сторон, поэтому оказалось, что здесь немножко такой есть прослой, а здесь полностью закрывает. Я не самый аккуратный человек в мире. Я уверена, что многие из вас сделают это намного лучше. Я тороплюсь, и поэтому немножко не доделаю. So after you tape all sides of the box, you can put this is one side pretty much done, and this is another side. So let's say I made those sides already, right? I'm just gonna use the box that I already pre-made to show you. So I have wrapped the bottom and the top using the same paper, the same method. So you can see everything is inside here, in both sides. And the top of the box you can decorate differently. I use вот я уже как бы завернула вверх и низ этой бумагой. И крышку можно декорировать с дополнительными элементами. You can decorate the top of the box with different things. For example, you can put a ribbon, like I did here, crisscross. Or you can put a different type of ribbon, which is thinner, like I did here. Also, you can put a bow. Можно использовать также бантики для того, чтобы декорировать крышку. Да, они достаточно красиво смотрятся, но нужно стараться подбирать бантик, чтобы подходил по расцветке. Вот здесь, например, вот такой подойдет красный, потому что здесь есть красные ягодки. Их нужно делать достаточно большими, потому что если поставите маленький вот такой бантик, будет смотреться странно. So you have to always try to get a bigger bow for a bigger box. Okay. Then I put inside a fake snow. Я кладу искусственный снег внутри.
Зачем я это делаю? Для того, чтобы, во-первых, заполнить немножко пространство коробки, чтобы полученные подарки по ней не шелыхались. А во-вторых, скрыть любые недочеты, если вы не очень красиво запаковали. So I do it to make a nice bedding for gifts that you're gonna put inside, and also to cover anything, any mistakes that you can make while wrapping the box. So what's next? Next, you can put different things inside. For example, you can put beautiful decorations. They can even stick like this. Also, you can add something that you made yourself. Last week, I showed how to make this little berry sticks. Just add a little color. Вы можете положить сюда разные игрушки. Это настоящее украшение. Оно сделано из пластика, поэтому не разобьется. Но оно может вешаться на дерево тоже. Или на какое-то растение. I suggest always to put some sweets and candy canes. It always makes a holiday a little bit more joyful if you add some sweets into it. So we can put, for example, candy cane. Or even two. These are two different flavors of candy canes. And you can put different gifts inside. И также внутри вы можете положить разные подарки, которые вы хотите подарить. Это может быть наборы самые разные. Это может быть, for example, for women. I would put essence. Эссенция для лица. Очень классная. Например, вы хотите подарить также крем для рук, то есть все это прекрасно может разместиться внутри. So you can put all those things nicely inside. And you can adjust your extra things that you put according to what you're putting inside. Fake snow is also good because you can move it, you can spread it, you can dig it inside, and it gives you a little bit more flexibility how to put things. Вот, например, такой подарок внутри. Here's one of the examples of the gift with the different products, sweets and decorations inside. Также классно положить внутри небольшую прослойку, прослоечную бумагу, чтобы еще добавить такой момент удивления, когда ты открываешь. Та-дам! So you open and then you see all your different gifts inside. For example, for men, I recommend Foam cleanser is one of the best products for women and men. It's awesome for shaving and washing in the morning because it's very gentle and it doesn't dry skin. It keeps it moisturized, and also it has plant-based antibacterial stuff. So when you shave, you kind of work on your possible wounds at the same time. It's number one for men and women. Можно использовать вот для мужчин и для женщин пенку для умывания. Она очень классно подходит и тем, и другим. Также можно использовать подарочный набор. Щетка, зубная паста. Тоже очень классно. Можно кофе черный положить. Можно положить зеленый чай, в зависимости от вкусов молодого человека. И обязательно тоже нужно положить сладости. Я уверена, что все любят сладости. Самые разнообразные. Okay. Candy canes of different sizes. Alright. Вот так можно положить тоже разные подарки. И он закрывается сверху. It covers on the top. Like this. It's easy to carry. It's already nicely wrapped. And you save lots of money on buying additional bags or boxes to decorate your present. And plus, you use your creativity and a little bit
of personal investment of your time into creating something special for someone you care for. Это очень здорово, когда вы сами делаете хотя бы небольшой кусочек подготовки подарка. Таким образом, вы вкладываете свое время, свою любовь, свое внимание для того человека, которому это дарите. Добавляет такой немножко личный момент. И это очень-очень приятно. Таким образом, вы экономите деньги на том, что не покупаете дорогую упаковочную коробку, бумагу и так далее, что очень дорого стоит. Вы что-то делаете своими руками. И эти коробки очень удобны, их можно использовать на следующий год. Тот человек, которому вы подарили, наверняка сможет что-то не хранить. Или использовать в следующий год и подарить кому-то еще. It's very nice to have you all here in the morning. I wish you all happy holidays. And this holiday mood is coming. The weather is not very sunny today. But we all have to cheer each other up. So you can have little candy, little coffee, little hot chocolate. На следующей неделе, в субботу, мы устраиваем небольшой крисмасский базар, рождественский базар в Бёрнаби с чаепитием, с угощением. Можно будет принести, если у вас есть какие-то поделки, открытки рождественские, вы хотите продавать, принесите, мы можем продавать тоже что-то еще, не обязательно Атоми. Будем продавать сладкие подарки, косметику атомовскую, продукцию для дома, все что угодно. I invite everybody who wants to join us next Saturday in Burnaby. Come and if you have something to sell Christmas related, for example, you make handmade postcards or you have little decorations that you make, you're welcome to bring and also show them to others if anybody wants to buy. We're gonna have tea and sweets. So please, if you'd like to contribute, also bring something for the tea. And it's going to be in Burnaby, same place we do each month at 3 p.m. on Saturday. I will be posting more information about it in Atomy 22nd Century page in our group. And also I'm going to share that on my personal page. So thank you so much for watching. And I hope I did some good for you. And I hope now you can go and do good for other people too. Thank you so much. Have a good day and love you all. Bye.